Для участия в 18-х зимних сурдлимпийских играх заявили спортсмены из Украины и США. Об этом сегодня рассказал журналистам директор Центра адаптивного спорта Югры Эдуард Исаков на пресс-конференции в региональном информационном центре Югра. Сурдлимпиада пройдет в Ханты-Мансийске в марте-апреле следующего года. Предполагается, что в соревнованиях примет участие более 400 слабослышащих спортсменов. Пока заявилось 26 стран, причем заявки продолжают поступать. Рассказал Эдуард Исаков и о церемонии открытия сурдлимпиады. Всех секретов он не раскрыл, но уже точно известно, что там выступят слабослышащие певцы. Добавлю, в Югре сегодня более 600 глухих и слабослышащих спортсменов активно занимаются спортом, а 23 атлета входят в состав сборной страны. К каждой команде будут прикреплены волонтеры со знанием международного жестового языка. Этих волонтеров нам предоставит Международный сурдоолимпийский комитет, поэтому никто у нас нигде не потеряется. Все... Где какие будут мероприятия, все туда попадут.